Приветствую, друзья. Вот меня спрашивают, вопрос задают. Какой у вас бывает самый счастливый момент жизни, такое высокое удовольствие? Ну, во-первых, давно-давно, когда я обнимал любимую, вот это я испытывал. Во-вторых, я это испытываю, когда я детям своим, помогаю, что-то делаю, дарю что-то. Я испытываю такое удовольствие, когда я, например, человеку помогаю. Я испытываю, например, такое удовольствие, когда я показываю приемы по саморегуляции для вас, чтобы кому-то этот прием подошел, а я еще говорю о принципе подбора путем перебора, чтобы каждому подошел по этому принципу, по этому критерию, кому-то подошел, и он испытал облегчение в нашей сложной, трудной, такой соподчиненной всему жизни. Вот когда я бываю счастливый. Да, друзья, а еще я бываю счастливый, когда занимаюсь любимым делом. Да, например, рисую, пишу книги, там готовлю чемпионов или еще что-нибудь. Ну, короче говоря, я всегда счастлив. Даже когда сплю, потому что я тогда думаю о вещах, которые у меня неразрешимы. И я знаю, что если я думаю в этот момент и соединяю это с приятными какими-то впечатлениями, то вот это соединение, эндорфинное соединение с адреналовым, создает потом мне на утро озарение. Делюсь. До встречи, друзья.